Обстрелы в секторе Газа продолжаются второй день после того, как Израиль объявил об окончании перемирия. Активные боевые действия ведутся на севере анклава. Слышны выстрелы и в южной части. По заявлениям Цахал, палестинцы нарушили условия режима прекращения огня, запустив несколько ракет по израильской территории. Хамас же, напротив, считает, что это Израиль нарушил перемирие, перекрыв поставки топлива на север сектора. Напомню, перемирие продлилось неделю и завершилось вчера утром. За время военной паузы Хамас освободил почти 90 заложников. Израиль выпустил свыше 180 палестинских заключенных из тюрем. В рамках соглашения в анклав ежедневно прибывали 200 грузовиков с гуманитарной помощью, 4 цистерны с топливом и 4 с газом.